Давайте посмотрим, как здесь будут складываться события. Есть вероятность, что у нас в данном забеге также присутствует пейсмейкер. Ну, который пока на таком драйве достаточно движется. Достаточно быстро он, конечно, начал, и спортсмены за ним никак не могут угнаться. Два представителя Могилевской области держатся вместе. Я думаю, что они сейчас и будут бороться между собой. Ну, иначе заголовок будет завтра во всех газетах. Пейсмейкер выиграл чемпионат Беларуси в забеге на 800. Ну, а шансик пока есть. Видите, сейчас отпускает пейс весь пелетон, но темп задал очень хороший. Вот Илья Корнаухов обходит Сергея Карпова, а также и Артем Калачев уже настигает. Ну вот сейчас надо включаться, потому как... Достаточно интересный забег. Буквально в метре друг от друга находятся 5 спортсменов. Ян Сломус 4-й позиции тоже еще пока не теряет шансов на медаль. Как у нас сейчас выстроятся атлеты? Пошла атака из глубины, но что, 4 в линию не станут на финише. Илья Корнаухов все-таки выигрывает. Победа, да, уверенно. Сергей Карпов 2-й. Илья Корнаухов по времени, да, абсолютно лучший среди всех участников. 1:48.77. Илья Корнаухов подтвердил свое лидерство в сезоне, так как у него красный биф, как мы видели. Также достаточно уверенно выиграл он и на Кубке Беларуси.